Судья и национальный координатор СКАЕ Греции. Давайте поаплодируем нашим замечательным судьям, которые будут судить. Это большой заказ. Команда счастья, у вас еще 2 минуты на подготовку. И мы начнем. Я напомню, что этот этап закроет нашу сегодняшнюю конкурсную программу, после чего участники узнают ингредиенты для завтрашнего этапа «Черный ящик». И завтра нас ждут еще 2 этапа. Это «Черный ящик» и «Суперфинал». «Суперфинал» — очень интересный этап. Он появился только в финальном раунде Russian Coffee Cup. На него будет очень интересно посмотреть. Там что-то невероятное придумали организаторы. Победителя мы узнаем уже завтра в 8 вечера в баре The Box на Лесной 6, это метро Белорусская. Будет объявлена лучшая команда, лучшая кофейня России, лучшая кофейня Russian Coffee Cup 2015, которая поедет в Бразилию. За это стоит побороться. Вот ребята с команды City Coffee активно хлопают, потому что именно они действующие чемпионы Russian Coffee Cup. Они ездили в Стокгольм в том году. Команда счастья, у вас осталось 30 секунд. Этап «Большой заказ». За 7 минут нужно будет приготовить 10 напитков. Итак, время подготовки команды счастья подошло к концу. Судьи, вы готовы? Судьи готовы, команда счастья. Очень счастливые, с улыбками на лицах. Готовы открывать второй этап, большой заказ. Ребята, могут попасться такие напитки, как эспрессо, флэт вайт, капучино, мега капучино, раф кофе. Посмотрим, как они подготовились. При этом напитки могут выпадать в рандомном порядке. Участники узнают, что они будут готовить именно во время выступления, перевернув карточку. Только сделав напиток, они могут приступать к следующему напитку. Итак, друзья, начинаем. Давайте поаплодируем нашей замечательной судейской коллегии. Так, уважаемые судьи, вы можете проходить, встречать команду.
7 минут и 10 напитков. Итак, поехали. Раф кофе и капучино. И капучино с собой, пожалуйста, для Александра. Первый напиток раф кофе. Второй напиток капучино, который нужно будет приготовить с собой. И изумительный раф кофе от команды «Счастье». Аплодисменты. Следующий напиток снова капучино. Третий напиток капучино, который нужно будет приготовить здесь. Так, капучино с собой также готов. Давайте поаплодируем. Четвертый напиток латте. Так, следующая пара напитков – это капучино и латте. Прошло 3 минуты. И маленький капучино. Давайте поаплодируем. Следующий, пятый напиток, это мега капучино. И вот уже латте на столе у судей. Шестой напиток – раф кофе. Раф кофе с собой, пожалуйста. Так, следующая пара – это мега капучино и раф кофе с собой.
И мега капучино от команды «Счастье» уже на столе у судей. Эспрессо, следующий напиток. Осталось 2 минуты. Так, Раф кофе с собой и затем эспрессо. Раф готов. Еще один эспрессо. 2 эспрессо. Осталась минута, и 2 эспрессо сразу подаются одновременно. 2 последних напитка, Flat White и американо с собой, пожалуйста. Осталось 40 секунд. Flat White и американо с собой. Американо с собой уже на столе у судей. Остается Flat White и 20 секунд. Пятнадцать секунд. Десять. Пять секунд. Две секунды. Время. Команда «Счастье» укладывается в 7 минут, отдает 10 напитков. Что, ребята, браво! Все бурные аплодисменты для вас. Давайте еще раз поаплодируем команде «Счастье». Они открывали как и первый этап, так и второй. Большой заказ. Уложились в 7 минут, приготовили 10 изумительных напитков. Ребята, как ощущения? Давайте еще раз поаплодируем команде «Счастье». Ребята справились с заданием. Дали 10 напитков в течение 7 минут. А на второй станции к выступлению готовится команда «Кофе 3» из Саратова. Команда «Кофе 3» уже готова. Ждем судей, чтобы начать этап «Большой заказ». Я напомню, что в течение 7 минут команде предстоит приготовить 10 напитков, которые будут выпадать в рандомном порядке. Это может быть эспрессо, американо, флэт-вайт, капучино
либо раф кофе, мега капучино. А вот из этого ассортимента у вас есть какой-нибудь любимый напиток? Двойной капучино. Мега капучино – это любимый напиток команды кофе. Это твой. А у тебя? Тоже мега капучино. Тоже мега капучино. Итак, мега капучино – любимый напиток. Мы определили команды кофе 3 из Саратова. Наверное, потому что его часто готовите. А в Саратове готовят раф кофе. А есть лавандовый раф? Можжевеловый раф. Очень большой выбор, надо будет съездить, попить раф кофе. Ты лавандовый уже приелся.